Мусор в деньги или полезная фракция? Для получения вторичного продукта перерабатывающие производства в Подмосковье используют бумагу, пластик, резину. И, как ни странно, таких отходов предприятиям всегда не хватает. Ну, например, макулатуры. Тонны выбрасываются на свалку, а для переработки покупают за границей. Решением проблемы нехватки сырья стала программа раздельного сбора мусора. Ирина Баранова продолжит тему. То, что мы называем мусором, здесь ценное сырье, которое предприимчивые люди собирают и даже готовы за него платить. Все это макулатура. Вот это даже, вот этот слой сделан из первичного волокна, а вот этот, очевидно, макулатурный. Вы про бумагу знаете все? Да. Макулатурные горы в глазах директора этого производства – подстаканники для кофе, лотки для ягод или горшочки для выращивания салатов. Десятки наименований, ставших привычными в нашем быту вещей, среди которых есть довольно экзотические, например, одноразовые судна для лежачих больных или причудливой формы поддоны для техники. Мы привыкли, что что-нибудь большое под технику, под оргтехнику, либо под водонагреватель, как в этом случае, оно сделано из пенопласта, материала, который не нужно жечь, это трудно перерабатывать, если это вообще возможно. А можно сделать это из пульперкартона. Мы безошибочно определяли импортные яблоки в магазинах, если они разложены в таких лотках. Сегодня миллионами их производят в Солнечногорске для воронежских яблок и краснодарских. Возможно, какой-то из этих лотков в своей прошлой жизни был коробкой для кошачьего корма или старым журналом. Мы выкидываем их вместе с прочими отходами, считая, что разделять особо нечего. Недельку пособирать просто для эксперимента, вы увидите, что упаковка из-под чая, из-под той же овсянки, это все довольно большие объемы. Там семья из трех человек собирает большую хозяйственную сумку за неделю точно. 3-4-5 килограмм, но сколько нас? Более 20 миллионов в московском регионе. И раздельный сбор мусора – важная, но лишь одна из трех составляющих борьбы с ним. Работа по утилизации отходов в Подмосковье идет масштабная, уникальная и по всем фронтам. Обережая графики, рекультивируют полигоны, которые разрастались десятилетиями. В этом году в Московской области запустят 4 новых перерабатывающих комплекса. Параллельно строят 4 завода термической утилизации. Полностью решить проблему с мусором и наладить систему безопасной утилизации областное правительство обещает в ближайшие 5 лет. С учетом мирового опыта сроки рекордные. На минувшей неделе губернатор Андрей Воробьев приехал в подмосковную Ивантеевку. Он осмотрел производство одноразовой бумажной продукции, для которого вопрос раздельного сбора мусора – основа бизнеса. Спрос огромен, сырья не хватает. Мы будем образовывать порядка 200 тысяч тонн этой полезной фракции, но она имеет свои требования. И сейчас задача эти требования сформулировать, чтобы региональный оператор на наших заводах, комплексах по переработке отходов, готовил для фабрик, которые потребляют эту макулатуру, готовил соответствующего качества сырье. Сырье вторичное, бывшее в употреблении, поэтому перед запуском на производство его подвергают тщательной проверке. Пленка, скотч, все не бумажное, что снимается с коробок, бережно откладывается в сторону. В мире вторичной переработки это сырье ценное, стоит денег и впоследствии может стать, например, тротуарной плиткой или мягким покрытием на детской площадке. Резиновую крошку для асфальта и кровельных покрытий производят в Чехове из старых шин. Завод с довоенной историей. Сегодня современное производство, в котором сочетаются новейшие технологии, в том числе российские, специально разработанные для переработки шипованной резины. Ведь ее, как правило, используют только у нас. Сам шип, который присутствует в колесе, он имеет, скажем так, две составляющие. Одну магнитную и одну немагнитную. Так вот, с немагнитной фракцией этого шипа справиться очень тяжело. То есть там соответствующий барабан, соответствующая технология. Эта гора покрышек растает лишь за одну рабочую смену завода. Вместо нее вырастет другая. Это металл. Оказывается, одна из трех фракций резиновых колес. Да, это находится в резине. Это одна из фракций, которая производная, скажем так, при переработке колес. То есть это металл. Мы ее отсортировываем и сдаем металлолом. Объемы большие? Объемы большие достаточно. То есть 300-400 тонн в месяц. Металл, пластик, бумага, резина – все это ценные материалы для десятков предприятий. Идей, как из мусора сделать ликвидный товар, у них много. Ирина Баранова, Наталья Борисова, Николай Лаврухин, Яков Судин, Ирина Насонова. «Неделя в городе».